Автомобиль повышенной проходимости – это не обязательно внедорожник. Из легковых автомобилей тоже порой получаются неплохие вездеходы. Типичный пример – Citroën Berlingo в новой комплектации Track. От обычных версий его легко отличить. Он словно встал на цыпочки. Благодаря проставкам между элементами кузова и подвесками, его дорожный просвет доведен до внушительных 20 сантиметров. Для безболезненного преодоления бездорожья моторный отсек получил мощную металлическую защиту снизу и измененную конфигурацию выхлопной системы. Кстати, прямых конкурентов в своем сегменте такой Берлинго не имеет. Peugeot EP, Renault Kangoo, Volkswagen Caddy – все это чисто асфальтовые автомобили. С точки зрения практичности и функциональности салон Берлинго неподражаем. Столько вариантов трансформации. На втором ряду по-настоящему просторно. Сиденья можно складывать вместе или по частям, или вовсе их удалить из салона, доведя объем под поклажу до 2 кубометров. Внушительный багажник стеснен переносом запаски из-под пола машины в левый угол. Но это скромная плата за действительно хорошие вездеходные свойства Berlingo Track. Автомобиль снабжается бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил и рабочим объемом 1,6 литра. В городских условиях мотора машине вполне хватает. Она всегда движется наравне с потоком. Водитель не чувствует ни полноценности, ни на йоту. А вот на магистралях возможности двигателя уже недостаточно. Берлинго после 100 км в час набирает ход медленно и печально. Причем на такой скорости в салоне становится уже шумновато. И расход топлива немал. 12 литров на 100 километров для машин этого класса не назовешь скромным показателем. На Берлинго Трек можно смело выезжать на бездорожье. Вероятность забуксовать есть, но она не так велика, как на легковой машине. Благодаря внушительному клиренсу автомобиль уверенно прет вперед даже по снежной целине. Блокировка переднего дифференциала позволяет Citroën'у почти играючи преодолевать такие препятствия, которые серийной модификации не по зубам. Версия Трек стоит на 135 тысяч дороже обычного Берлинго. Мне кажется, возможность ездить там, где захочется, а не только по асфальту, стоит этих денег.